В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 29 октября на телеканале ПС состоится прямая трансляция из пресс-центра информагентства «Двинаинформ», где пройдет круглый стол на тему «Испытания автобусом. Тесно, дорого и страшно». Его участники обсудят состояние общественного транспорта в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, а также попытаются выработать оптимальные предложения накануне предполагаемого повышения цен на проезд в автобусах. Начало трансляции в 11 часов 30 минут. Телеканал ПС продолжает обсуждение фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи» почтальона Алексея Тряпицына, который снимался в Архангельской области. Тема северной русской деревни в работе прославленного режиссера вызвала много споров. А что думают о фильме те, кому близок и понятен север, кто здесь живет и творит? 30 октября деятели культуры и кино обсудят это за круглым столом, который пройдет в пресс-центре информагентства «Двинаинформ». Смотрите прямую трансляцию на телеканале ПС в 19 часов. С 1 по 4 ноября на стадионе «Труд» пройдет 16-й открытый областной турнир по хоккею с мячом среди юношей на Кубок губернатора Архангельской области, в котором примут участие более двух десятков хоккейных команд. Смотрите прямые трансляции соревнований на телеканале ПС. 2 ноября в 18 часов, 3 ноября в 17:00, 4 ноября в 13 часов. В грядущие выходные с 1 по 3 ноября в Архангельске состоится областной фестиваль спортивных юношеских единоборств. Вольную греко-римскую борьбу, бокс, тхэквондо, сават и другие единоборства продемонстрируют более 650 юных спортсменов. Любители спорта смогут посмотреть прямые трансляции соревнований на телеканале ПС 1 ноября в 15 часов, 2 и 3 ноября в 10 утра. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639-720. Откройте город вместе с нами.